Сегодня осуществили обход улицы Екатерининской от ЖД вокзала до памятника Екатерины. Мы это понимаем, что совсем скоро в Одессу потянутся туристы, начнется туристический сезон, и нам надо подготовить городу к заезду наших гостей. Екатерининская улица – одна из основных это туристических магистралей. Это, можно сказать, ворота города от ЖД вокзала к ее центральной части. Поэтому основные задачи – это, конечно, пешеходные зоны, это покрытие на тротуаре, также это наружное освещение, наши мусорные контейнера, которые мы хотим это разместить в эко-боксы и в специально подготовленные это карманы, фасады, улицы, инженерные сети и так далее, зеленые насаждения, то есть все то, что могут замечать это туристы, гуляя по улицам нашего города. В дальнейшем будем вести подобные работы и по остальным улицам города. Готовим Одессу к началу этого туристического сезона.